Транспортное обслуживание в округе – важный вопрос на повестке дня. Жителями проводят серьезную работу по согласованию маршрутов, расписанию движения общественного транспорта и состоянию остановочных павильонов. А осенью городской автопарк ждет обновления. Для кардинальных изменений необходимо значительное пополнение автопарка новыми машинами, современной климат-системой, с удобными сиденьями, с USB-зарядкой. Рассчитываем, и я бы сказал, очень рассчитываем, то, что осенью в наш филиал Мострансавто поступят новые автобусы в рамках большой сентябрьской закупки, о которой докладывал зампред правительства на совещании с участием губернатора. Подготовка к новому учебному году – еще один важный блок, который обсудили на совещании главы муниципалитета. Скоро подведут итоги летней оздоровительной кампании. Сейчас на отдых в Крым отправилась последняя смена детей. Также коснулись и готовности образовательных учреждений к 1 сентября. Продолжается реконструкция Веденской школы, а в двух детских садах в Звенигороде «Солнышко» и «Маринка» идут ремонтные работы. Кроме того, по-прежнему одно из приоритетных направлений – социальная поддержка. 144 первоклассника из малообеспеченных семей смогут получить подарок губернатора, рюкзак для первоклассника. Туда входит тетрадь, все самое необходимое. Тетрадки, альбом для рисования, цветные карандаши, подставки для линейки. То есть это такой, в общем-то, компактный, полностью комплектованный для ребенка рюкзак со всеми необходимыми принадлежностями. Также особое внимание на совещании уделили системе видеонаблюдения «Безопасный регион». Округ является лидером по установке видеоконтроля, отметил Андрей Иванов. В этом году появится еще 1643 камеры. На территории городского округа всего включены в систему «Безопасного региона» более 7000 камер. Самым важным является для нас это рейтинговая позиция, показатели рейтинга. Это 1323 камеры и не только исправные 3887 камер, но и находящиеся в законтрактованном состоянии. Еще один блок, который разобрали на совещании – обращение жителей на портал «Добродел» и публикации в социальных сетях. Темы благоустройства, ЖКХ, экологии и медицины остаются в числе приоритетных. Все вопросы глава муниципалитета взял на личный контроль. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».